Очередная сессия закончилась на выставке World Food 2022. Мы будем общаться с одним из спикеров, Светланой Ерохиной. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, расскажите, в какой компании работаете и кем являлись на сегодняшнем форуме. Я владелец и основатель компании «Светофор». То есть «Светофор» не сеть «Светофор», а «Светофор Дисплей». Мы производим рекламные материалы и сегодня разговаривали о припаках. Расскажите более подробнее о вашей сессии, что вы говорили, какие кейсы давали людям. Сегодня речь шла о рекламных материалах, о том, как они могут помочь увеличить продажи в сетях, как они могут повлиять на успешное промо, о котором договорились поставщик и сеть. Ну, собственно говоря, об этом и разговаривали. Да, ну, может быть, какую-нибудь маленькую фишку можно упомянуть? Ну, фишку говорили о том, что сейчас крайне важно иметь данные, прежде чем участвовать с рекламными материалами в сети. X5 Диалог представили свою очень интересную систему. И сейчас мы можем говорить о том, что мы можем уже не бездумно делать, не на ощущениях, а можем уже рассчитывать ROI и инвестировать в рекламные материалы, уже понимая, что мы получим от этого. Это было очень интересно. Светлана, в конце концов, форум – это же обмен опытом. Что запомнилось вам? Вы-то поделились своим опытом с коллегами, а что-нибудь вам запомнилось? Ну, вот это то, что мне запомнилось, ну, то есть это основное, то, что я вынесла, то, что мы теперь можем иметь данные, то есть это здорово. Вот. А ну, то, что мы обсуждали, да, что сейчас такая ситуация особенная у нас на рынке, и дефицит товара на полках существует, сети с этим справляются, но все равно он есть. И поставка товаров ин-аутом для поставщика – это возможность зайти с новым товаром на сеть и расширить. И ин-аутом заходить на припаках. А припаки – это не рекламные стойки, а это комбинация рекламная стойка-упаковка, когда товар на стойке приходит на распределительный центр и так потом уже путешествует в торговую точку. То есть вы поставляете товар, не попадая на полку, но при этом имея свою собственную выкладку. Очень интересный кейс. Ну и как в финале, не могу не спросить, вы достигли целей, поставленных сегодня на данном форуме? Да, да, то есть мы пообщались с коллегами, и я увидела, что продукт, про который я рассказывала, очень востребован, аудитории было много вопросов, и ну, мы надеемся, что все будет у нас в стране хорошо и на нашем рынке в частности. Спасибо большое, Светлана, спасибо вам за интересный диалог, ну, уверен, что ваш продукт будет продвигаться, желаем вам успеха. Спасибо.